Буквально ушел под землю. В центре Барнаула автомобиль провалился в яму, которая образовалась после коммунальной аварии. ЧП произошло сегодня днем на пересечении улицы Профинтерна и проспекта Комсомольского. Вода подмыла грунт и асфальт, затем хлынула потоком на дорогу. В образовавшийся провал попала передняя часть припаркованной Мазды. Но, судя по всему, после таких ванн автомобилю потребуется серьезный капитальный ремонт. На месте работали коммунальщики. Напомним, это уже не первый случай, когда под землю в краевой столице проваливаются машины. Пожалуй, самый известный из них случился 2 года назад. Тогда воронка образовалась на проспекте Красноармейском. Как грустно шутят пользователи интернет, Барнаул погружается в ад.